World Food 2022. Здесь лидеры рынка делятся своим опытом. Один из них находится прямо сейчас со мной. Иван Иванов. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какую компанию вы представляете? Да, мы медиагруппа Рим. Это один из крупнейших операторов наружной рекламы в России. Более 26 тысяч рекламных сторон. Более чем 100 городах России. Да, ключевые города нашего присутствия – это Санкт-Петербург, это Казань, Екатеринбург, Уфа, Челябинск, Волгоград, Саратов. То есть очень много городов. Расскажите, пожалуйста, более подробно о наружной рекламе. Для чего она нужна фирмам, для чего она нужна таким большим организациям? Да, смотрите, существует много брендов, которые используют наружную рекламу из разных сфер, из различных. Да? Это строительство, это ритейл, это сфера с финансовых услуг. Даже мобильные приложения используют наружную рекламу, потому что они понимают, что наружка – это эффективный канал, да, для работы с очень большой аудиторией. Вот. Им, этим брендам, необходим имидж, им нужна узнаваемость их бренда. Вот. Люди, которые заходят в магазин, выбирают продукты, да, они встречаются с этим брендом, и они его покупают больше. Вот, больше на него обращают внимание, потому что они уже с ним где-то встречались, где-то его видели, видели его на улицах. Вот, собственно, для этого и нужна реклама, для того, чтобы люди больше покупали товары рекламируемого бренда. Иван, скажите, пожалуйста, выставка продолжается еще несколько дней. Есть ли у вас уже какие-то промежуточные итоги, результаты, возможно, намеченные планы и цели? Да, пообщались со многими участниками форума. Вот, очень много контактов, очень позитивное общение. Мероприятие просто супер. Буду постоянно приезжать, знакомиться с ребятами, с людьми, работать. Спасибо большое, Иван. Желаю тогда вам отличного, скажем так, продвижения своего бренда в рамках таких больших организаций. Спасибо. Да, спасибо.